хотим жить вместе. Бабушка в массажном кресле сидит. Вот так сразу? Да, вот так. Ты против? Кот. Кот. Нет, я не разрешаю. Бабушка в массажном кресле сидит. Ага. Мы получили согласие у мамы Мио. А это да. Он на запах курицы пришел. Курица. Вот поэтому. Я сама мать и считаю, что надо спросить у нее. Если она разрешит, то ты согласишься? Да. Конечно. Я же говорил, она согласна. Кошка. И так как мой друг оставил свой пост, мне завтра рано вставать. Идите отсюда. Вон, видишь, бабушка в массажном кресле. Да, бабушка. Председатель. Крутая бабушка в массажном кресле. Вы были таким властным руководителем, а сейчас ведете себя как обычная бабушка. Людей прогоняете. Да что это за коты обычные? Молодежь сейчас не романтичная. Вот в мое время, если люди друг другу нравились, то ничего не боялись. И даже из дома могли убежать. А сейчас все такие изнеженные. Целая проблема. Как же им такие намеки. Бедненьким. Кошка, кошка, кошка. Что собираетесь делать? Кошка, кошка. Разрешите?